Ты кто, Рога? Покурить успею. Да, я Рога. Покурить успею минуту? Да, минуту успеешь. Все, я побежал тогда. Так, это Лок, если что. Ага, Тусиби, ты был же, да, в слезах Алгалона? Да, был. Ну, что-то у вас там перестали вы собирать вообще. Да, заморозились мы. Знаешь, на машинах, да, Лок, приз, что делать? А я на мотоцикле ездил. Ну. Во всех машинах есть в разрушителях и в осадках по два места. Залезь, почитай то и то, все кнопки почитай на будущее, чтобы знал, что делать в машинах. Значит, этот базука, как обычно, с Роландой, звездочка. Второй разрушитель, кружок. Там будет, значит, самые крутые ребята. Давай этот креветка с вазом, наверное. Креветка с вазом. Что у нас, ХМ, нет? Что вы запустили там? Да, ХМ. Что там бить? Так, теперь давай посмотрим. Ту себе, братишка, вылезь, мы с Роландой будем на этой осадке. Ты вон в это трофейку залазь. Ой, ну, разрушитель, точнее. Так, смотрите, как будет. Два водителя. Звездочки, базука, ты водитель, да? Да. Так, в кружке водитель кто? Креветка? И кто? Нет, я ассист. Ты ассист. Так, значит. Первых людей будут кидать базука Роланду. Тусиби, ты что, в кружке водитель? Так, мне надо, чтобы водитель был... А зачем бросать людей? Мы же без этого сюда их убивали. Бросать будем людей. Этот самый... Гнидыч, вылази откуда-то, где ты сел, садись. С кружка вылази Тусиби, водителем садись в кружок, этот Гнидыч. Ты будешь стакать. Первым отпускаешь на Левиафана этого креветку. Значит, дальше. Мотоциклы. Берем, сейчас я поставлю на них метки. Мотоциклы отвозим вот сюда примерно, в комнату с боссом. Сюда вот ставим, один чуть левее, один чуть правее. И с них вылазим. Где второй? Ниже. Где еще мотоцикл, блядь, поездите. У кого там еще мотоцикл? Ниже, ни хрена. Так, что это? Нет, это не то. Ну, плюс 4 забираем. Наверное, да. Мы башни не разрушали ППшку. Если не справимся. Это Рога подошел, да? Да-да, я могу колчеданы собирать, если надо. А, вот нашел. Смотри, сейчас я тебе скажу, что кто будет делать. Значит, в звездочке. Водители. Звездочка базука, кружок Гнидыч. Звездочка, первого человека пускаешь в полет на пушку на Левиафана Роланду. Второй человек, Рога, иди сюда. Рога, иди к звездочке, стой на маунте. Значит, кружок. И все в разрушители заедете на починку, 50 колчедана сделаете. Прям с пула, как босс будет двигаться, сразу будете пускать первых людей. Кружок, Гнидыч. Первого пускаешь, что там у тебя сидит? Креветка, да? Второй вас. Подъедь на маунте, вас встань рядом с кружком. Все, теперь должны остаться 4 человека. 4 человека. Это прист. Водишь луну. И кто там еще остался? Слез с дерева. Садись в луну на второе место. Прист, садись в луну. Пересядьте, чтобы на первом месте водитель был прист, а на втором месте в пушке стрелял. Вот, отлично. Теперь оставшийся, кто там плюсаните? Тусиби, да, есть? И да. Еще кто? Кто-то еще был.
Кто, блядь, десятый? А, и я в натуре, нихуя. Тусиби водителем в квадрат садись. Сука. Давай, в квадрат водителем. Я залезаю. Теперь заезжай сюда. Потихоньку заезжай. Рывок можешь сделать один. Вот смотрите, ребята. Сейчас подожди, блядь. Я мотак один отвезу, отпаркую, блядь. Значит, объясняю. Как только босс начинает шевелиться на старте, когда мы пульнем, уже сейчас можете нажать, кто сидит в разрушителях, загрузиться в катапульту. Когда человек в катапульте, вы не можете стрелять. Сначала, когда босс начнет двигаться, вы отправляете первого человека на босса, они там убивают пушки. И второй человек, кто стоит с вами на маунте, едет, сразу садится к вам в разрушитель. Люди, которые убьют пушки, когда две пушки будут убиты, босс остановится, их скинет с парашютом сзади босса. Они подбегут к мотоциклам и поедут к своим разрушителям. Короче, смотри, пофиг, в какие вы мотоциклы сядете, ты просто так метки на них поставил. Если Роланда, допустим, с звездочки вылетела, едешь к звездочке на мотоцикле. Если кто там в кружке креветка, да, первый летит дамажить, значит, на мотоцикле едешь к кружку. Вот и все, ваша охуенная тактика. Когда вас скинуло, смотрим на босса левой кнопкой мыши нажать, и там есть встань. Как только он начнет двигаться, сразу, если я заслакаю вам сказать, сразу люди, которые тянут колчедан, сразу пересаживайтесь, погрузиться в катапульту, это самое, анонсите, что погрузились, и запускаете их сразу дальше. Теперь сбиваем колчедан сверху, где он там есть, нет, ниже. Давайте сбиваем все, что видим. А ну сейчас терпи, уточню, я сейчас он запускаю того, кто сидит в пушке, Рога сейчас стоит возле звезды. И я потом сажусь в танк, правильно? Мы когда он со стана выходит, я загружаюсь в катапульту, да? Так, наверное... Так... Где я тебе сказал? Возле звезды стоять, да? Да-да. Ты стоишь на маунте возле разрушителя со звездой. Когда начинает босс двигаться, водитель звезды разрушителя запускает Роланду, которая сидит уже в пушке, над босса. И ты, увидев, что запустили, садишься, как появилась зеленая стрелочка. Все. И дальше тянешь колчедан крючком, 50 метров радиус. Водитель подъезжает, ты тянешь. Когда Роланда спрыгивает, подъезжает на мотоцикле, ты нажимаешь кнопку с красным кругляшком «Погрузиться в катапульту». Тебя отправляют на босса, базука тебя закидывает. Он тебе скажет: «Рога, давай садись». Когда босс из стана, когда выйдет, начнет двигаться. Все. Понял? Все, да, я все понял. Просто я сейчас сразу могу сесть. Не надо, стой на маунте. Богатым. Не надо никому садиться, я сказал стоять на маунте. Ладно, все, не, хорошо. Единственное, я Рога, все смотри, понял. Я когда сейчас Роланду пульну, ты садись и подтягивай колчеданы, когда я тебе скажу. Ну то есть не стой, не жди. То есть, чтобы не... А, не, ну я колчеданы знаю, как тянуть. Вот, все, вы знаете, просто мышкой кнопкой выбираете разрушитель, запомнить цель, смотрите, 25 энергии стало синей вот этой хуйни, и тянете сразу. Да-да, я знаю, я уже тянул. Все, вы уже знаете. Теперь посмотрим, что вы сделаете. Давайте, насчет этот, готовность, нажимаем «Да». Осадки первые пуляют. Одна осадка, значит, квадрат, будешь ехать сразу к боссу, сбивать каст. За жопой босса езди. Насчет «Три» стреляем. Раз, два, три. Все, стреляем в этого пидора. Сразу рывок к нему делай. Запустили своих людей уже. Вот и ускорение прожми. Давай сразу нажимай ускорение и колчедан уезжай. Сразу тяни колчедан, потому что потратил его эту хуйню. Далеко колчедан, подъедь к нему. Езжай. Сразу тяни ускорение, так, если что еще. Так, пушки почти добито. Босс, встань, фулл ДПС по нему. Расслабьтесь, фулл ДПС. Колчедан далеко. Смотрим на босс и стан еще. Ну ты что, блядь? Тусиби, блядь. Еще один прицени, Сорян. Че сорян, блядь? Ты тут не был ни разу?
Ну, в осадке первый раз. Квадрат. Давай. Едь к Колчедану. Да ты ж сбивай их. Садитесь в этот, в катапульту вторые люди. Вторые люди в катапульту, запускайте их. Вторая осадка, сбивай каст. Рога, в катапульту залезь быстрее. В катапульту залезь. Я залез уже. Тусиби нахуй, ёбаный в рот. Первый раз. Ты просто не сказал, что нужно делать. Да, ну, блядь. Ты первый раз реально тут? Ну, я на мотоцикле ездил в прошлый раз. Собирал. Ты вообще не слушал, что происходит? Ты вообще не понимаешь, что происходит? ХМ и не делал никогда? Сейчас сдохнем, тебе объясню. Выходите из машин, красную стрелочку нажимайте. Мы колчеданов перед боем не наносили. Сейчас нанесете, он в небе еще сбивать есть. Сбивать можно, зачем их носить, их нужно сбивать. Для этого второй номер сидит в пушке. Слушай, Слава, давай мы сделаем по-другому. Давай я сначала рогу закину на Левиафана, и пускай он там пушки гасит, турельки, а мы с Роландой тут постреляем. Ну то давай. Какая разница? Как хотите. Все свои места помню, то же самое. Сейчас при этом... Давайте метки забафаем, чтобы они там дольше жили. Да, сейчас забафаем, с вами машины не садитесь. Метки поставлю, пока бафаетесь. Тусиби, лучи есть огненные, ставят огонь. Зеленые, из них выходит трэш. Синие, которые не двигаются, падает молния. И синие, которые двигаются, когда ты останавливаешься, он останавливается, и через 3 секунды на тебе останавливается. И ты, через 3 секунды падает лед. Угу. Как избегать? Останавливаешься, первое действие. Луч остановился, ты увидел это. Нажимаешь рывок и едешь. Если луч, который ходит за тобой, ты будешь его бесконечно водить, то тебе это нахуй не надо. И на будущее, когда вы в рейды ходите, смотрите, что другие люди делают. Не будьте одноролевыми какими-то ребятами. Немножко включайте мозг. Это полезно. Потом, чтобы вас не обзывали в рейдах. Соображайте быстрее. Значит, это водитель, кто там, Тусиби в квадрат, быстренько. Занимайтесь. Забафайте сначала, пожалуйста. Бафайте. Че, мне бафы не нужны. Бафайте людей. Каску, стамину, там все дела. Слезть дерево, лапку на всех, стамину. Все, и по машинам. Особо там сильно не увлекайтесь. Давайте быстрее. Не по 5 минут бафаться. Так, заезжаем. Сейчас, подожди. Ну-ка, кто-нибудь быстренько, кто не залез, отвезите. Ромбик, давай, вези на поле боя. Хули мы тут оставим, они просто взорвутся. Мотоциклы-то нужны ребятам, чтобы они когда с парашютом спрыгнули, чтобы могли ездить. Все, теперь по машинам. Так. Значит, сейчас у звезды стоит Роланда. Разрушитель в одной стороне, это не очень, конечно. Энергию резнули. У звезды стоит Роланда, рога в катапульте, у кружка стоит вас. И кто там в катапульте, не помню, кто уже, блядь. Этот. На счет 3 было. Скажи, самое главное, задоджить синий луч. Я тебе объяснил, да. Он ходит за тобой до тех пор, пока ты не остановишься. Если ты остановился, он останавливается и через 3 секунды бросает лед. Ты должен увидеть, чтобы он остановился. Ты его бесконечно водить не должен. И ты должен нажать рывок. Если у тебя рывка нет, ты едешь до тех пор, пока не остановится способность рывок. Всю эту хуйню на панели у себя прочитай. На какой кнопке там палец положи и жди. Это на счет 3 пуляем осадки. 1, 2, 3. Пускайте людей своих сразу, вот как босс едет, вы уже пустили. Уже двое пиздят пушку. Одну пол хп вижу снесли, вторую хуёво пиздят. Давайте быстрее. РДД могут переключаться в другую пушку, дамажит. А кто там? Это у Роланды хп снесло. Чё там? Чё это Я не могла залезть. Машина.
И сейчас. Давай, рывок. О, видишь, молодец. Вот, теперь ты умеешь. Значит, рога едешь, звездочку тянешь, колчедан. Потом опять рывок откатаешься, опять так же сделаешь. Давай. Это идеально. Я возле звездочки. Садись, пытайся сесть. Ускорение, кружок. Приз сдох. Под морду так не заезжай, видишь, он, блядь, ведет ковшом своим. Вылазим с машины, ложимся. И красную стрелочку нажимаем. Сразу признавайтесь, кто долбоёб. Кто умирает, нахуй, сразу пишите, от чего вы умираете. Если не понимаете, скажите, я долбоёб. Приз, как умер? Нажал рывок, но все равно приморозило. Поздно нажал. Заходите. Вылезли там все с машин. Чтоб не багалась машина, не надо залазить в нее по три человека. Первые, кто летят, когда мы подъехали, люди колчедан на починке резнули 50. Подходите вторые, кто сидит, и сразу в катапульту садите. Босс начал двигаться, сразу кидаете этих людей и хуярите, стакаете колчедан, потому что к вам уже кто на маунте сидит, сядет. Ну, что-то мало. Чего мало? Чудано. В осадных машинах пассажиры сбивают колчедан? Ну давай, это... Сбивайте. Сели, сбивайте. А, это ПВО. Вот тут, за боссом, который территория есть. И мотоциклы садитесь, возите. Где второй там мотоцикл? Кто там ездит? Фион, блядь, не вижу. Еще мотоцикл где? Не вижу нихуя. Где он, сука, ездит? Покажите мне его. Я тут не вижу возле портала. Перед боссом. Блять. Где луна? Где луна сейчас? Где луна? Где луна? Так это зеленый, блять. А еще один есть мотоцикл? Айца вон, вокруг возле квадратика. Так. Так зачем звездочка на него? Звездочка на разрушителе стоит. Осадки, пиздуйте назад и стреляйте, колчедан вот висит за территорией этой комнаты. Стреляйте в небо, мотоциклы езжайте туда и крючком, если крючка нет, пересаживайтесь в люльку и обратно. Тяните колчедан, везите в комнату, если вам его мало, блять. Рога, а чё ты не залазишь в звездочку? Так я колчеданы сейчас наношу, стреляйте колчеданы, что вы ждете? Вот, везите возле портала, везите мотоциклы. Где второй треугольник? Стоит, всем похуй. Блять, если вы так будете... Люди, блять, тянут колчедан, езжайте, блять, вам сказали же. Давай, ромбик, вози. А зачем вы сбиваете там ту себе? Зачем вы их там сбиваете? Там ворота будут, мы туда не проедем. Они сюда их привозят, видишь? А их тут хватит, ну, блин, что вы, я не знаю, как... Ну, первый раз. Новые колчедан не сбивают, просто... Здесь их тут хватает сполна. Босс только не живет, сколько тут колчеданов. Это же десятка. Алло, народ, вы чё? Давайте сейчас посмотрим, как вы будете играть. Замораживаться и так далее. Вылази, кто там в квадрате на втором месте. Все, и по местам по своим садитесь. Подъезжайте на маунтах там. Рога, загружайся. Приветка, загружайся. Это. Проверка. На счет 3 осадки стреляем. Как босс двигается, пуляете пассажиров. 1, 2, 3. Босс только со стана 2 секунды должен проехать, вы уже должны следующих запустить. Вот такая тактика должна быть. Быстрее пушки, активно. Убиваем на боссе. Он в стане будет, он нихуя не кастует. Сбил каст, отлично.
Все, все, стан пошел, хуярим спокойно, разрушители. Потихоньку задом отъезжай. Вот, молодец, Тусиби. Вот сюда мы тянем. Смотрим до конца стана. 7 секунд, готовьтесь. Люди на мотоциклах, своим подъезжаем, разрушителям. Загружайтесь. Кто на втором месте сейчас сидит. Кидайте их, если загрузились. Разрушители быстренько кидаем. На пушке бить. Так, вот мне от разрушителя ехать? Рога, залазь, да, звездочку. Давай, быстро. Я уже залез, да. Отлично, тяни просто дальше. Все, дальше. Блять. Ну как так? Все, разрушители, играйте. Вот стан пошел, вот за это вы должны добить. Сейчас так и не проебите никто. Значит, тех, кого скинуло на мотоках, и колчедан к разрушителям подвозим, уже доигрываем так. Так, 3 секунды станем, был увеличенный дамаг получает. Все, пробуйте так добить уже, больше не летаем. Кстати, у кого есть место нахуй? Я бы поездил тоже, сдохнуть могу. Вдохну. Короче, добивайте, пробуйте. Стаки главное не проебите любой ценой. Пока осадку бьет, вы убьете. Стаки главное не проебите. Мотоки подвозите к разрушителям, это самое главное. Все, заебись, поддержите, считай, убили. Заморозило. Похуй вообще. Поебать. Все, это еще более-менее. В идеале никто не должен морозиться. Все должны выживать. Печка классная. Че, я портанусь там, я, блядь, сдох. Вот такая вот простая тактика. Все очень просто. Главное машину знать, смотреть, уметь чувствовать, как это все двигается. И исполнять. Все, я думаю, после этого вы уже любой рейд. Да, только сейчас я была в одной стороне комнаты, а мотак был совсем другой. Я пока до него добежала, сдохла. А, ну да. Ну это тоже момент такой. 25-ки. Блядь, я чуть далеко поехал. Слушай, а вот то, что босс сагрился на меня, я как-то мог избежать? Нет. Ну, этой глыбы? Или это нормально? Да хуй знает, я, честно говоря, не заметил, как это произошло. Похуй. Забей. Ну, у меня просто босс начал откидывать. Да, я видел. И кинул меня в глыбу. Все. Да, я видел. Давайте, давайте. Разруливаем быстренько и поехали дальше. Идите к роботу. Не знаю насчет ХМа вообще. Прист, у тебя это, спек ДЦ есть? Плюс пишет. Так, сразу в ДЦ спекайся, я не хочу рисковать, сразу в ДЦ, и посмотрим. Если втроем захилите, дамага, я думаю, должно хватить, там, ДПС или нормально. Если втроем будете выхиливать, ну, одна попытка, я потом больше сидеть не буду. Так, что это, кольчуга, блядь, козырничество, нахуй. Так, сейчас надо еще как-то попасть и расследать. А, в принципе, шамы нет, там похуй. Голова с хоста, дух надо кому-то? Ты кожник? А ты кожник? Да, ну мне все кожники, тебе надо эту хуйню? Могу отдать. Не, я же не знал просто, кто кожник, я говорил, что типа у меня кожа есть, но все, не вопрос, если нету, бери, без разницы. Так, ну я бы паролил. Креветка тебе надо? Да, это. Они, кстати, продаются эти. Приз, надо тебе эта башка ебаная на хаприста? О, нихуя. Крита РП, ну это хуйня, наверное, на меня. Там никому это не надо, короче, нахуй распылюсь. Ну мне нужно локу. У меня просто ПВПшная. Так, тебе башка с хостой нужна, да? Нас забираем. Да. Так, и что там выпало? Значит, палец. Спасибо. Дух, меткость, блять. Вот эта хуйня, надо палец кому-то 26-й. Неплохой, да? Ну давай, кидай ролл. Кто еще кому надо? Кидайте ролл. Дух, меткость. Так, 30-30. Туси без базука еще раз. Так, базука. Базука. Как у тебя там в гильдии в твоей туси? Нормально? Рейды ходишь? Нас. Один раз сходил. И все. Еще нормально.
Чё, как ДПСишь? Нормально. 5-6. Нормально. В соло. Таргет без пулов. Пулами там под 7. Так. Короче, хилы, хпал, эрдру и ДЦ будут. Жопу рвем, короче. Смотрите, есть моб. Компактобот. Вот надо вставать под него. Чтоб внизу. Куда ты? Куда? Класс. Она подвисла чуток. Пульте там трэш, да, убить по-быстренько. Блин, я извиняюсь. Я отошла, мышку на пад кинула, и она побежала сама. Угу. Так, все живые, ладно. Короче, вы знаете, что делать. Значит, ближний этот... Ближний техник, короче. Я притяжкой каст собью. Дальний техник, притяжкой собьешь первый каст у вас. Это... Блять, я вот не знаю, как лучше. Короче, этот, креветка с базукой на рже вставайте, только друг от друга подальше. Тусиби тоже на рже вставай, только от магов подальше. Остальные все в мелизону собираемся и там их захиливаем. Под компактобота. И техника убиваем. Сначала ближнего к нам, потом дальнего. Сейчас я портанусь. Портуйтесь. Подъезжайте сюда к воротам, к роботу. Блять, надо быстренько эту всю парашу подзакрыть. Стоит столик, возьмите еду. Так, ну основные бафы есть. Давайте, значит, звездочку ебучую убиваем, зерга. Так, звездочки я соблю. Так, а это вас не сбил, да? Кружка. Сейчас она выйдет. Где второй техник? Второго техника, на нем метки нету. Захуярил, мне куполы будет ставить сейчас ПКД. Какой-то стан ему добить, если что. Вот звездочка. Все, теперь добычатора. Где он? Вот он пилы призывает. Вот этого петуха. Этот пускай. Давайте захиливайте на пул. Добычатора убивайте, он пилы сейчас эти закончатся. От компактобота либо на рынже подвое не стоять. Вот теперь компактобота бьем, вот этого ебаного. Пилы сейчас кончатся уже. Теперь вот этого. Сейчас у него самоуничтожение стал. Будет. Вот притяжку дал у вас. Притяжка ПД. Техник, значит. Сейчас подождите. Значит, вот этот техник, я ему притяжку дам, поставитесь его зергануть. И второй, где он, сука, не могу выбрать. Да, блядь. Не могу попасть, сука, мышкой по нему. Короче, этому звездочку я дам, кружку что-то сделайте. Я хуй знаю, что вы сделаете, но не дайте ему докастовать купол, потому что там, блядь, не убиваются они. Все, ебашим. Блин, стоят, блядь. Давайте звезду зергаем. Вот отлично, те в кружок переключили зерга. Во, креветку захило. Все, теперь кто? Где он? Где добычатор? Убили что ли? Давайте компактобота. Ебучего этого прыгающего дурака. Что-то пока не слышно там. Там у нас йог плюс один остался. Тогда били, там муренок хэпалом был. А он не основной, это у него спек. А какой рейд?
Десятка. А, десятка. Я пошел с этим фейсролом, у него маг сильно. У него ДК какой-то мейн фейсрол в первом рейде. Я первый раз попал с ним по топалам, что ли. Так фейс это ж, по-моему, есть ДК у него. Ну, фейс ДК. И сильно маг у него. Это. Ешьте там что-то бафайтесь, я ДК, мне похуй как бы на бафы. Короче, основное, блядь, желтую метку в 6 метрах вокруг ауешит, а черная метка в 20 метрах вокруг. На хэме черная притягивает, оставляет лужу, белая оставляет белую искру. Подходит босс, пуляю. Все, что вам надо знать. Хилы, 3 хила у вас. Вы лучше плюсанись, если кто не в курсе, что делать. Да, хэме. Тут, блядь, только дамажить. ШП этот... Щиток по возможности кидай, видишь ли, если три хила не везут, щиток кидай, если тебя не затруднит. А, блядь, ты в ДЦ, все, заебись. Я запутался, я думал, ты щиток. Все, просто пиздим этого пидора. Выпадет сердце, сердце нужно убить раньше, чем он его съест, поднимет. И все. Так, вас на тебе и стию, и будешь ебашить. Сейчас уже сердце скоро выпадет. Так, выпадает сердце 1%, прям. Готовимся, бурсты хуярим. Изо всех сил прям. И башен. Два мага, лоб. Вас сейчас задамажат. Сильнее, прям разгоняемся. О, вот это другое дело. Три хила у нас хватает. Мне отсюда меч надо, сразу говорю. Я не знаю, вас тебе нужен, нет. Но я его, наверное, спищу на ТГ танка. Все, хэм пошел. Повышенная готовность. Значит, этот, кто он? Вот эти белки и пидоры идут, убейте, и бомбоголового убейте обязательно. Повернулись, убили. И ждем метки. Тоже сбоку к боссу подходит. На креветке метка, креветку за хил. Ну, хилы вы знаете свою работу. С него вылезет звезда. Звезду бить 7, вас тоже бей. Нужен твой такой. Звезду. Повернулись, звезду бьем. Гравитационная, на мне за боссом не идти. Звезду иди побей. Я приведу его потом. У меня панцирь не похуй. Так, следующий метка. Так, топот пошел. Захил, так, мощный захил. Встаньте, пожалуйста, в одну точку. Мощный захил, идем. Извините, идем. Хилы вы возите, все хорошо. В том же духе продолжаем. За меня не беспокойтесь, больше заметки смотрите, я не сдохну вообще никак. Приз, встань, пожалуйста, ко всем хэм. Так, Лока, захили, давайте, захили. На фул хп поднимай, топот в любую минуту, в секунду, может, сейчас звезду зергаем. Отлично, топот и черная метка, вас, блин, это, зеленка или что-то там, блядь. Где ты, кстати, ты вайпнул рейд. Видишь, на топоте как просели, захиливаем всех. Если с дерева поднимай кастане, быстренько. Если скажу, готовься, приз. Так, поднимай. Сразу ему имя. Отлично. Гравитационная на мне, за боссом не идти. Вас прослакал, блядь. Хуёво. За боссом не идти. Если вернусь. Так, с дерева. Захиливаем. Давайте, внимательно. С дерева дубовую, всю хуйню. Желтая искра вылезет. Бьем искру. Так, кастаны ману резали в мелизоне. Вот это лужа ебаная. Я сейчас переведу босса. Дислоцируемся в другое место, блядь. Давайте. Искру бейте, быстрее. С черком выйди от босса. Сука, а что с боссом? Фибер выйдет. А, все. Или нет? Нормально пошел. Он меня не видел, что ли, или что? Переходите сюда, нахуй, в эту сторону. Подходите ближе. Лужи хуёво вы налили, блядь. А чё кастаны опять сдох? Какого хуя? Опять лужи. Вы чё, блядь, дрочитесь, что ли, или чё? Где звезда? Пиздец. Короче, это, заходите в черную лужу. Вы чё, ёбаный в рот? У вас что, блядь? Вас, внимательнее за черной меткой. Дебафы смотри. Пиздец какой-то, нахуй. Все, хилы захиливают, вы хуету делаете, метки не выносите. Ну, только короче, давайте... не захилили того, кто черную метку выносил. Не, все прохилили, там другая причина была. Там как там. Короче, бежим быстрее. Бежим быстрее, не слакаем. Кто слакает, пиздец, нахуй.
вас прослал. Давай метки поставим. Не надо нахуй никакие метки ставить. В голове у вас должно быть не хуйня, а нормальное понимание, блядь. Я объясняю один раз. Радиус АОЕ 6 метров у желтой. Или 8, нахуй. Это очень маленький радиус. Радиус АОЕ взрыва, блядь, и притягивания в черную у дыры, блядь, на ХМе. У черной метки 20 метров. Это значит, надо отнести дальше. Он стоял под боссом, блядь. Затянул человека. Хрипал, сдох, нахуй. Чтоб такой хуйни сейчас не было на этом трае. Все хилы захиливают, все везут. Метка в сторону выходит, не под боссом стоит. Видишь, я в сторону, блядь, слева-справа несу. Короче, вас заслакал. Хпал сдох первый раз, второй я хуй знает, как вы его проебали, блядь. Хуй забили, наверное. Короче, давайте, соберитесь, блядь. Все нормально делаете, только не спите с меткой. Хпал. С какой гиты имеешь? Ну, а ты Нирвана. Хпал наш. Просто этот винт хпала нету, видишь. Он немножко слабенько одет. Ну, как бы нормальный хпал, блядь, просто сейчас он сдох, и метки, за которую вас не вынес. Это, рыба сесть там, ставьте, я хуй знает. Нет, потому что нет. Надо будет зайти. Светлую метку лучше к разрушителю выносить там, чтобы войд стаунтил. Тусиби, кстати, красавчик, больше всех надамажил. Даю проверку уже, это, с вафами долго, давайте не будем, блядь. Полчаса не сидеть. Принимаем, я пуляю этого гуся уже. Базука и прист. Здесь? Ага, а куда черную метку выносить, если что? В бок. Вообще поебать, куда ты ее просто видишь. В бок. Вообще, вот эти метки, нахуй, это для лохов. Вот на них можешь не смотреть. Просто в бок. У тебя, что, я непонятно объяснил? Говорю, 20 метров радиус, нахуй. Если ты в центре с людьми будешь стоять с меткой черной, они застянутся все, получат дамаг. На ХМе, когда ХМ запущен. Когда не запущен. Пожалуйста, войди в... Кэмп, ты понимаешь, что туда будут метки выносить? Вот видишь, как выносит черепок? По нему прошел дамаг, он возвращается. Вообще похуй, куда вы будете выносить. Квадрат, звезду, на четыре стороны света. Первое, вы должны быть в досягаемости хила. Второе, вы должны быть дальше от... людей, которых вы можете АОЕ продамажить. То есть с желтой с людьми рядом не стоять, сердце бьем. Это. И с черной в 20 метрах от людей. Все, это все, что надо знать, нахуй. Вот этим то, что вы спрашиваете, там куда выносить, нахуй, это хуйня, хуйня полная. Вы должны понимать основы, блять. Они. Вы не должны быть стадом. Начинайте мыслить. Вы люди, а не стадо, овец. Которым, блядь, водят поводком или как там, блядь. Ну, короче, блядь, вы меня должны понять. Если вы начнете мыслить, у вас сразу все рейды будут, вас все брать будут, все будут говорить, что вы красавчики, блядь, и так далее. На кому-то вовочек подойдите ближе к мелизоне, чтобы войд затаунчил. Все, затаунчил. Да я что-то хуй забил просто. Нормально. Я просто на эмоциях вам, блядь, объясняю. Я хочу, вот ваза захилил. Бомба на мне, за боссом не идите. Не иди вас за боссом, я сейчас вынесу. У меня панцирь, мне похуй. Так, пошел топор. Он в какой-то зоне там не видит. Захилил вот этот топор. Хорошенько. Я же не просто так так отхожу, блядь. Я отхожу, чтобы миликом было где стоять, чтобы босс здесь стоял. Я могу поставить его в любой точке комнаты, нахуй. Это вообще не имеет значения. Вот. Желтую захилим, фоточки кидаем, дубовую кожу прожимаем. На меня хуй забейте вообще. Вот. Просто хпал частицы отхиливает, и мне этого хватит. Хильтерей. Вот черная там на ком-то. На шамане. Вот. Пошел топ от шамана захил сейчас. Вот, захил. Нихуя не помогло, да? Искра была жива. Дело не в искре, дело в том, что захила не было. Надо в момент, когда скончается на ней дебаф, вот этот, как он называется, да, иннер по кастане, слез дерева. Когда оба просядете, приз уже будет на ману читать. Искру бейте. Так, что у тебя БРКД? Ну, 3, наверное. Ладно, бьем пока так. Искра с танка выйдет, смотрим. Топот прохиливаем сейчас. Хили пока живые, нормально. В мелизоне там, регенерируем, искру бьем.
Так. Сколько там из дерева у тебя КД? Чекни. Много. Да хуя, знаешь. 3 минуты. Из крана танка. Ну ладно, бьем пока. Так, до берсы. 6,5 минут, чтобы вы понимали. Будете выживать, убьете босса и без Роланды. И не проебывайте в следующий раз так метку, нахуй. Вот черная метка, сейчас топот еще будет, смотрите. Смотрите топот, нахуй. Быстренько, щиток накинуть, всю хуйню, все. Ага, ну конец, закончится этот топот, блин, конечно, оттуда. Вот, так вариант. Просто шаману посложнее спастись было. Но надо было его, нахуй, захилить. То же самое, гнидыч, на будущее хэпалом, когда будешь хилить эту хуйню. Смотришь, вот у меня вуду показывается, если обратил внимание как-нибудь, загляни. Показывается секунда дебафа, сколько осталось. Вот одна секунда остается, я начинаю каст света небес. Придрочишься, будешь в конце каста, вот человека продамажит, и ты его уже прохилишь. Пол хп, нахуй. Плюс на нем ходки будут висеть, вас захилят. Ходки будут висеть, плюс щиток ДЦ, если в это время кинет, когда его тоже продамажит, уж когда секунда останется, то вот он будет красавчиком. И у вас никто не сдохнет никогда. Даже 15-тысячный какой-то голый чувак. Раунда, если лужа исчезнет, в которой ты лежишь, можешь встать, если встал-то есть. Ну, и пока смотри, и главное встань после топота. С ваза звезда, сейчас вы звезду бьем сразу. Топот захиливаем. Так, что у спамани? После этого топота захилим, захилим с последних сил. Давай гимноману, прист. Собаку сразу вызывай. С ней восполняй тоже. Вот отлично, живем дальше. Так, давай, если бабл есть, сразу бабл без проблем нажимай. А то сдохнешь нахуй. Вот, отлично. И все, и пошел дальше хилить. Тыкай босса, регень ману от босса. Синюю хуйни на босса. Захиливаем сейчас. Захиливаем топот, меток нету, захиливаем топот. Звезду бьем. Просто, но напряженно. Лок, значит, поглощение теней. Вот этот щиток локовский есть. Лока захиливаем, накидываем на него. Готовимся кастовать. Отлично, еще портал есть. На мне звезда, это похуй, меня не убьет. Будете сразу бить. Роланда встала, Роланду захил. Лапку дай. Ну, Роланда бей. Роланда, смотри, у тебя мана немножко есть, у хилов мана уже на подсосе. На топоте покастуй. Сейчас вот покастуй. Чисто себя там. Вас, незыбку, всю хуйню отдавай. На меня особо не обращать внимания, я захилюсь. Все хорошо, как бы, но если бы Роланда не легла, мы бы это более как бы проще добили. Сейчас не знаю, добьем, не добьем. 20 секунд БР. Да хули, сейчас не знаю, надо посмотреть. Это рога у нас. Нет, я забыл, что еще рога есть. Рога слабый, пиздец. Так, немножко подхил дал. Попробуем, живем как и есть. Вы это за боссом не идите. Сейчас я отнесу глыбу. Аккуратненько. Возвращаю. 600 тысяч пробуйте добить, живем из последних сил. Если что, отдаешь гимн на хп. Только на топоте. На топоте. Есть же у тебя, да, плюс? Че, отдал, что ли, сам? Ладно, смотри, пытайся захилить, изо всех сил пытайтесь. Глыбы прожмите, если вас не прожмите. В принципе, пока нормально, живете. Все, добили. Все, видите, трудновато здесь. Трудновато. Печать ебан. О, острие. Хорош. ГЦ воет, блять. Два камня надо на стамину. Сейчас сразу одену. Так. Снайпер на диване, блять. Печатка Ульдуара. Вас тебе надо эта хуйня на танка? Кольцо. Или ты не танчишь? Так, давайте дам. Нормальная тема, я себе ее ношу. Так, кольцо, сила, что это получается, меткость, АРП. Надо кому-то 19-е? Но это кастане, на ретрика не идет, АРП. У вас, у тебя, наверное, есть. Не, у меня печать удара есть. Тебе вас не надо, это АРП меткость, параша? Да, в шипы обратно, в шипы обратно. Просто это робот очень сложный. Короче, забираю, распыляю. Так, теперь, знаете что?
Мне надо сделать. У меня один камень, короче, синий есть. Есть у кого-то Юва и один синий камень. Этот. Сейчас я портну себе пуху в чарю. Чищу. У меня Юва есть. Мы куда идем? Острокрыло этот или нет, что? Нет, сейчас мы пойдем к Лагарду, вся эта хуйня, к хранителям пойдем побыстрее. Так, сейчас я себе пуху эту ебучую в чарю. Так, а что у нас? А, пуху мне на меткость, короче. Так, красавчик. Синий. Ну, давайте там точечно, пожалуйста. Там подождите, сейчас я портанусь быстренько себе горгулью. Я тогда отойду на минуту. Да, иди на минуту. Синий камень пошукайте кто-то где-то. У кого-то есть с собой? А, блять. Есть у кого-то с собой? Циркон, да. Я тебе смогу. Возьми один синий, пожалуйста. У меня один есть на стаму. Сейчас я быстренько в Акирус портанусь. Себе горгулью в чарю на Зира этого. Потому что стамы тут дохуище просто. Считаю, у меня 200 будет вместо 120. Охуенно вообще. Сейчас я в чарю. А то ходил как бич с этим. 19-й пухой. Танчил всяких плюс один йогов. Теперь попроще будет. И агро больше будет. Хотя мне и так никто никогда не срывает. Так, каменные горгули. Гравировать. Ты на ДЦ ролишь? Ну хорошо, я... Да не надо писать, я и так увидел. На ДЦ. Лок на лока ролит, рога на рогу, это все понятно. Все, можете сумануть, я вчарил себе пуху. С один камень ставлю. Так, ну чё?